команда, о ней хочется сказать отдельно, потому что она обладает ярко выраженным стилем, друзья, и несет флаг юмора вперед высоко и гордо подняв голову. Речь идет о факультете психологии. Если кто-то когда-то наблюдал их на сцене, вы меня поймете, друзья. А команда готова, можно начинать. Факультет психологии. Здравствуйте, друзья! А в честь дебюта Игоря Локотина в роли ведущего КВН мы решили сделать тебе, Игорь, подарок. Вот, забирай эту девчонку навсегда. Ну а мы начинаем! Зимовочка под дождем. А давайте посмотрим, как курят студенты. Богатый студент. А вот так курит бедный студент. Да, давай, давай, давай сюда. Случай на дистанционный контрольный. Эй, дай списать. Отстань от меня, понял? Ну блин, я не успел ничего. Отвали, шуля. Ну, дай, о, да, о, боже, его затыкали ручками. Какая нелепая смерть. Случай из жизни. Алло, чёрт, да чё ж ты меня не слышишь? Алло, чё с мегафоном, всё это тупняк вообще, алло. Алло, я ж тебе объясняю, идёшь прямо направо, потом налево, алло, понял? Нет, ну что ж такое-то, ну ё-моё. Миниатюра свадебное предложение. Дорогая, ты выйдешь на меня замуж? Да, конечно. О боже, как я счастлив, давай свою руку, я делаю тебе обручальное кольцо. У тебя нет безымянного пальца, о боже! Ах, ну ничего, как мы без него проживем. А, у тебя нет указательного пальца. Ну ничего, как мы тоже проживем. А, у тебя нет мизинца. А, у тебя нет среднего пальца. У тебя нет большого пальца. Ты вообще без пальцев. Идиот, это кулак. Разожми, вот пальцы. Четверть, короче, ты мне я сейчас все расскажу. Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что мы с тобой чувала. Безглявый твой голосок, как электрошок, что плохо мне без вина, твоя вина. Теперь в больнице вся в гипсе я лежу, и на суде, как все было, расскажу. Кожаные плети, нас в секс-шопе двое, мы уже не дети. Задвигаем шторы, наручники, хвост и свечи, и после таких вот свиданий ухожу я вся умеченная. А у нас правдивые новости спорта. Сборная России, проиграв сборной Израиля, еще 2 недели отмечала победу над сборной Англии. Потому что нет Алешки у меня, а Алешке я мечтаю зря. Но с Алешкой я встречаться не могу, нет, нет. Ведь Алешка ректор БГП. Сразу бы так.
случай в аптеке. А, девушка, можно мне ацетилсалициловой кислоты? Да, конечно. Спасибо. Вот видите, друзья, в аптеке можно покупать не только презервативы. А точнее, никто не знает, что охранников главного корпуса пригласили на съемки фильма о Джеймсе Бонде. Джеймс, грабит национальный банк! Джеймс, террористы захватили самолет! Команда настроена только на победу. И чтобы уж окончательно победить, мы решили перенять тактику одного из наших факультетов. Наш университет – самый лучший университет в мире. Наш ректор – самый лучший ректор на свете. Наш деканат – это наши вторые родители. Наши вторые мама и папа. Наш декан – это человек, на которого мы равняемся. Это наш бог, мы на него молимся. И именно для него мы поем нашу финальную песню. The final composition. Шоу в конце не надо продемонстрировать.